Hola Amigos, продолжаем играть в DS-очку. Значит, поставил фикс, разлочил себе 60 FPS-ков, чтобы кайфовать. Ну, в 60 FPS-ках реально смотрится игра лучше. Значит, вот, прибарахлился немножко тут, шлем нашел, выбил какой-то с забралом, с откинутым доспешки. Пришлось возжечь костер. Я напомнили в комментах, что тут надо костры возжигать. Сейчас, короче, хочу посмотреть, куда этот лифт ведет. Потому что с этим топором на босса идти... Ну, я не знаю, босс меня просто убьет нахрен. А, это в самый низ. А, кстати, тут секретка. Тут секретка же, секреточка там какая-то. Не помню какая, но какая-то там есть. Кстати... Душа. Тут же кто-то оружие давал, по-моему, в начале игры, нет? Эту дубину такую нормально. Вот этот, по-моему, чувачок. Петрус из Тролунда. Он что-то хочет, чтобы дубину дать мне, нет? No, go ahead. Нахрен твоя медная монета, дай мне пушку. Нахрен мне твои чудеса, засунь их себе в очко. Ты мне дай дубину свою, вон у тебя в правой руке. Вот я уверен, что он... Блядь, ну давай. В орден кого? Орден белого, да насрать. Чудеса какие-то. Сука, да он обычный барыга. Выучить жест. Не знаю, блядь, отличный жест у тебя. Сука, я по тебе сразу видно, что ты такой тупенький. Госпожа два юных рыцаря. Ой, блин, да, чё ж делать-то? Сука, где ж пушку-то нормальную нарыть? Я знаю, хвост дракону отстрелить, пишут те, кто смотрит меня перемотками, видимо. Я уже сказал, что этому дракону хвост отрывать ради меча последнее дело, по-моему. Это немножко читовое прохождение тогда получится, если... С драконьим хвостом. Да и лука у меня нету. Не прицелиться мне в хвост. Вот, а здесь какая-то есть. Какая-то тут была такая фича. Вот сейчас бы вспомнить. Ёб твою мать. Забыл, сука, на какую кнопку прыгать в этой части. Вот же, сука, оленевод, а. Ну, смотрите-ка, три сундука здесь. Киндер-сундучок. О, Моргенштерн. Вот он где был. Точно, точно. А тут что? Треснувшее красное око. Ну, это не скоро светит. Его юзать себе дороже. Косточка возвращения. Так, ну чё за Моргенштерн-то? Борода какая, 83 дамага всего. А бьёт-то он и бьёт-то. Колотуха такая. Так, ну попробуем топором. Ну, топором нормально, по-быстренькому прям. Талисман Ллойда. Никогда не понимал, нахрена он нужен. Так, а здесь надо... Да ёпш ты налево, вот задери ты копыт свое. Птица-то, кстати, никуда не делась. Пошел нахрен. Нихера у тебя здоровье, дружище. Пошел ты нахуй. Ты прям Кощей Бессмертный. Ворона, кстати, такого размера, что я не знаю, она на меня... Она может убить меня просто, насрав на меня сверху. Бассейн какой-то там. Тут что-то так разложено всякое. Вот это вот душа какого-то мертвеца вялого. Что-то какая-то... Ай, блядь, да иди ты нахрен, ёб твою мать. Сука, неугомонный, блин. Сука, догнал же, чтобы мне по жопе съездить. Я вообще... Аллилуйя. Так, подождите. Где мой лифт теперь опять? Так.
Так. Что-то я заблудился, короче. О, на тебя удачно зашел. Огненная бомба. Огненная бомба — это вообще... Оп. Может, горгулей можно огненными бомбами забросать? Я горгулей ссу больше всего. Они, сука, злые вообще, твари. По-моему, это самый долгий босс, которого я долго-долго убивал в этой игре. Так, этот лифт мне не подходит, мне нужен тот. Кстати, в этой части что, снаряжение не ломается, что ли? Чинить ничего не надо? Сейчас еще одна попытка, если... Попытки, если не прокатит. Говорят, можно торговца вальнуть и катану с него забрать. Не знаю, стопроцентно ли она падает, катана эта. Ну, тоже способ такой немножко не очень честный. Кому же в голову, интересно, пришло при первом прохождении? Да почему ты не прыгаешь-то, блядь, животное, блядь, без мозга, ёб твою мать. Сука, дегрот. Кстати, по просьбам трудящихся осветлил немножко игру. Ну, гамму подкрутил. На один балл, блядь, он опять это сделал, еблан. Я думаю, проблема в том, что нету места для разбега. Что он не успевает набрать скорость. Ну, сука. Почему он сейчас пальцами не зацепился? Сука, принципиально с 15-й попытки, но я сделал это. Теперь главное не... Да ладно, ты, блядь, издеваешься надо мной. Быть не может такого дерьма. Быть этого нахер не может. Я тебе, бля, сука, маму твою найду сразу. Только упади. Только упади, я завтра буду у тебя дома, блядь. Так, так. Ворона, сука, здоровая, да? Ну, чисто Игра престолов, такая же птичка. Тихо, 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 тихо. Плавно, нежно. Аккуратно, аккуратно. Там есть щель какая-нибудь? Можно провафлить? Можно. Ать, нормально. Ну давай. Вознагради меня достойно за мучение. Ключ от западного крыла, второй этаж. Один. Чего? Да ты, блядь, издеваешься. По-моему, у меня такой уже был, нет? Нахрен мне ключ от западного крыла, второй этаж. А, от восточного теперь. От западного. Открывает западную железную решетку прибежища нежити. Это где вообще? А хер его поймешь, где это. Так, и тут какая-то дыра в крыше, которая как бы намекает, что... Теперь можно вниз. Эй! Не-не-не, не может быть. Я уверен, что еще что-то. Какой нахрен ключ от западного крыла? Мне ваше крыло в задницу не уперлось. Мне нужна пушка какая-нибудь нормальная. Пиу-пиу, чтоб делать. Ну давай в дырку. Может, в дырку хоть выживу. А тут везде высота такая, что... А, вот здесь я выживу. Эй, нормалек. Все понятно. Все понятно. А прибежище нежити это, простите, вообще где? Что-то знакомое. Я там был. Абсолютно я там был, но только я не вдупляю, где это. Прибежище нежити. Может, топор наточить, а? С топором я... Но я вряд ли кого убью. Я даже скелета 2 часа ему убиваю. Что же говорить о драке с боссом. Да. Топор Колун. Выглядит как секира боевая. На самом деле... На самом деле вафелька. Так, решетку на втором этаже. Западное крыло, прибежище нежити. Второй этаж, прибежище нежити. Решетка, запад. Как будто здесь компас есть. Какая в жопу запад? Вот это я приехал куда? Не в прибежище или нежити? Уезд нежити. Отлично. Ну что, пойти что ли с боссом пободаться? Со скелетом бы вот этим пободаться, который на входе. Сколько ударов он выдерживает? Сраную кучу. Даже половину ему не снес. Ох,
Отправляйся в анал, гад. Так, где тут мои чудо-бомбы? Опа, здравствуйте. Что делает главный герой? Нахер он прыгает? А нахрен мне бомбы? Я и так нормально прошел. Они сюда не полезут же? Они ж тупые зомби. Блять, это они в Resident Evil тупые зомби. Здесь они, блин, походу, зомби крайне интеллектуальные. Так, ну тут Солер вызывается, ну нахрен он мне нужен, да? А, твою мать, я так и знал, что это горгулья. Сука, жопой чувствовал, маму делал. Ну давай. Давай, ублюдки, подходите, кто первый. Отведать хочет топора, ёпты, дровосекского. А, они еще и там сидят. Вообще шедевр. А, вот эти две оживут. А вот эти три не оживут. Или как? Напоминает мультфильм «Гаргульи». Блять, это все. Это 50 попыток сейчас будет. 50 оттенков гаргульи. Сейчас такая порнуха будет. Я манал. На хвост обратите внимание. Хвост в виде топора. Вот надо хвостяру ее снести. Это будет мое оружие. Если... Куда он кувыркается, этот недоумочный герой мой? А? Горгулья-то косенькая. Косенькая-косенькая, да не настолько уж. Отлично, по жбану. Бам, хорошо я в каске, блядь. Заебись. Вот она дамажит, а. Сука, что-то... Управление в этой игре, в этой части, блядь, какое-то пиздец лажовое. Я не знаю, как с таким управлением вообще драться с боссом. Он кувыркается только, блядь, навстречу к нему какого-то хуя. Бам, вообще, блядь, не увернулся. Хрена тебе, тварь. Заморская, сука, тварь. Не сдадимся горгульи заморской, только... Кикимори нашей, сука, славянской. Опсина, бля. Ай. Ай, нане. А чё она щит-то не пробивает? Лохуша. Каркуша, где Хрюша? Ай, блядь. Ну, с вертушки-то она вообще знатно. Достала, дура. Ах, хрен тебе нарыло. А мы... Опа! И не попал. Ах, какое фехтование. Ах, какое. А, получи по сорокатану. Сука. Руби хвост. Ай. Ай, блядь, а вот теперь дискотека в квадрате. К ней пожаловал ее родный братик. Заебись. В два смычка-то они просто, блядь, сейчас на моей жопе сыграют. Пиздец. А нахер надо? Да пей два, блядь. Толку-то. Пиздец. Сколько у них там, блядь, в арсенале приемов-то этих? Ебать, камера вообще. Чё происходит? Ёб твою мать, пиздец. Это, блядь, в два раза уёбичнее. Их всего две, но, блядь, это в два раза... Какое-то в пять раз уёбичнее, чем горгульи из второй части. Хоть их там, блядь, пять штук. Но эти, блядь, ебашат просто за восьмерых. Я не знаю, это пиздец какой-то, блядь. И 30 урона я им ношу. Ну, охуенно. Ну, как, блядь, пиздец.
Так, ладно, с учета окаменелости гребаные. Сейчас посмотрим, кто кого. У меня теперь секира плюс 4. Это вообще. Это орудие нагиба. Я правда сдох немножечко по дороге, поэтому провафлил всю человечность. Ой, а чё, она уже здесь, что? Мимо кассы! Ах, попала, блядь. Блядь. Надо ей хвост отпидорить. Да ты посмотри, какая она юркая для своих габаритов, а? Размером с Валуева, а движется как Андрей Губин, блядь. Да ну как, еб-то, я же увернулся. Понятно, у ворот здесь не решает, тут надо щитком закрываться. Да ну нахрен, еб-то. Да, отсоси-ка-то. Лежачих не бьют. Сука, по морде-то по наглой, блядь. По наглой морде нет! Хулиганы зрение решают. Ох, отлично вообще. Сука, а что ж делать, когда вас две-то станет, а? Пошла в жопу, тварь. А он и вторая. Отлично, блядь, еще и провафлил. Жарьте друг друга в прямом смысле, твари. О, я попал бомбой-то огненной. Ай. В жопу мне уже не нужна ее хвост, ее секира, блядь. Все, сейчас запинают. Что это, блядь? Где хилка, ёб твою мать? Да, они решили зажечь по полной. Сука, рваная, блядь, пиздец. Сгори, сука, сгори, блядь. Бомба, граната, за Русь, матушку. Да, сука, первая пошла. Ну, пизда тебе, дрянь вонючая. Осталось только ты да я. А, блядь. А нахуй. А, да, бля, отведай-ка топора моего, сука, по самое топорище-то, бля, вонзил я, а? А, кто здесь крут? Я крут. Двойная человечность мне в ангар, блядь. Прям трицепс раздуло, сука. Джойстик чуть не сломал. Ну, уязвимость хвост. Да, хвост, ёптать. Под хвостом уязвимость. Как его нахер отрублю, если я тут даже не прицелиться нормально в этой игре? С этим, сука... прицелом, блин, гребаным. Вот во второй части отдельно можно было в лапку прицелиться, в хвостик. Выбрать, куда дуплить врага. Здесь, сука, хорошо, что хоть целиком захватывается. Блять, это невероятно, что я со второго раза все-таки сделал это. Ну, топор заточенный. Топор точенный, это вам не член дроченный. Это мощное оружие. Что там за записка? Еще один какой-то счастливый победитель этих горгулий это написал. Бей прыжки. Отлично. А вот первый раз, когда я играл, я клянусь, я где-то раз 50 тут помер. Просто вот реально, раз за разом они меня убивали. И Солер, которого я... А, я же еще тогда вообще не вдуплял, что надо человечность иметь, чтобы призывать союзников на помощь, короче. Поэтому я без Солера, честно, грудь в грудь, один на один с этими горгульями... Ну как один на один? Один на два, ё-моё, с этими горгульями бился тут. Ох, они меня и рвали, ёптать. Отлично помню, что один раз я игру удалил, чисто сказал здесь. Все, в жопу, это не игра. Прочитал критику в интернете, что в Dark Souls суть игры задрачивать тайминги. С умным видом понял, что ха, ну и говно, господи, и все, и вышел. Но потом принципиально, сука, поставил игру обратно и пошел биться с этими гадами. Да, реально, я в первый колокол позвонил только на третий день игры, по-моему. Если не через неделю. И
чё? Открыть достижение, ударить в колокол. Ну, должен был замок открыться с ящерицами, насколько я помню. А еще у меня герой не спускается быстро по лестнице. Я зажимаю кнопку бега, но он все равно по ступенькам щелкает. Я не знаю, на геймпаде кто играл? Как быстро спуститься с этого говна? А еще-то какой-то чел должен был появиться, по-моему, в черном плаще. А вон он. Он в такой позе стоит, как будто хочет обнять меня. Либо он как бы говорит, ну нихуя себе, ты горгулей заборол. Что бледный он какой-то, как манекен. Освальд из Карима, продавец индульгенций. Ты мне друг, и я тебя от души приветствую. Наверное, горгульи ему вот такого засадили. Вот как он руками показывает. Жест рыбака, блин. Исповедаться. Какие нахрен грехи? Я не виден, как младенец. Камень очищения. Обвинение. Косточка. Книга виновных. Ты бы лучше мне какую-нибудь пушку продал. О, повышает сопротивление кровотечению. Ничего не теряется после смерти, но кольцо ломается. А сколько ремонт колечка-то стоит? А само колечко Сикока стоит... 500 душ! Сикока? 500 душ? Посел нахуй! 500 душ. 5000, то есть. 5000 душ. Хереть. Напишите в комментах, стоит это в этой части это кольцо покупать. Оно чинится задешево, как во втором дарке. До исправления. О! Это еще что за... Ты откуда вырулил, Просто необходимо было огребсти, наверное, подошел. Но это я их тут наскладировал. Я, конечно, по хитрости тут делал. Я от них сюда съябывался, короче, и ждал их тут на лестнице с колуном. Только глаза какие-то, блядь, вылезают туда. Над верхней ступенькой начинают выпирать. Я их хватит, сука, колуном по башке. И они вниз, вон они тут. Мумии засушенные. Дровишки, блин, лежат. Так... Ну что, это, блин, это я удачно зашел. Надо теперь понять, куда дальше тут шпиндохорить. Неужели в этот замок, сука, с прорвой ловушек? Там-то вообще, блядь. Ой, у меня там жопа треснула просто проходить. Дойдешь до самого верха, а там тебе какой-нибудь баклуший. Херак! И вниз. И по новой. Ой, если вспомнить, кто там наверху живет. Ну, его я хитро убивал, его я очень хитро. Он мне даже, по-моему, ни разу не ударил практически. Я там отбегал его из лука, чпокал, снова отбегал, снова лук. То еще было сражение. Минут 10, наверное, длился этот страшный бой. Так. Ну, я так понимаю, что можно уже в новый уровень поднять. Выносливость. Правое оружие. 5 дамага. Наверное, нормально пойдет. Просто боюсь с десяткой душ ходить. Тут один неверный шаг, и ласты склеил, души пропали. Так, ну чё? Тут луковый рыцарь, блин. У него шлем на луковицу смахивает. Как открыть-то говно? Кунг-фу панда такая сидит, слышите? Слышишь, Фи, бля, вообще. Пошел ты в жопу. Нет, тут закрыто, а что тогда делать? А куда тогда идти? Да хоть ты мучишь-то? Тугодум ты, Сигмайер из Катарины. Он наткнулся на ворота, не знает, как их открыть, и решил сидеть и думать, пока они не откроются. Ну, интересно. Бля, вообще ты красавец. Я что-то не врубаюсь. Ну, позвонил я в колокольчик в этот. И чего? Внизу там вот это сидит вообще страшная херня. Она мне жопу сразу разорвет. Вниз вообще не варик идти. Хотя... Чё я потеряю-то? 2000 душ, если пойду. Пятифон человечности там останется лежать. Но я его смогу забрать, если что, наверное. Сейчас попробую. Мочкануть эту дрянь. Да-да, купить предмет.
Усилить оружие. Ну-ка, сейчас сколько усиления будет стоить? Почувствую себя нищим. Может, болтов арбалетных у него взять? Вот этого я смогу сейчас запидорить? Да ладно, не сильнее же он горгулей-то. Он даже не босс, это моб обычный. Еще и одноногий. О, 1-1. Понятно. Заебись. В этой игре, вот, блядь, вот в этой части так, сука, по-уёбищному ускорение включается. Жмешь бежать, а он нихера не бежит. Он, блядь, пока он там до него дойдет, что, блядь, надо бег включать. Это просто пиздец. Сука, надо забороть его. А у меня еще есть какой-то таинственный ключ, который вообще хер знает что, хер знает где открывает. Сука, как бы с ним? Да ты заебал, блядь, пиздец нахуй, полный, блядь. Даже не увернуться от этой шняги. Ебануться, блядь, классно как, а? Охуенно вообще. Блядь. Все, пизда, 5 человечности нахуй там. А, да, 5 человечности пропала, заебись. Может, блядь, его из арбалета нахуй отхуячить, а? Гандона этого, блядь. О, лежит моя зеленая хуйня, в которой ничего нету, блядь. О, 14 дамага, а как тебе? А? Перестрелка, блядь, в лучших голливудских традициях, ёптать. Сейчас, еб твою мать, давай. Оживление, блядь, да. Хуеление. Мне понравилось, что мои останки остались ровно у него под жопой, блядь. Ну, пиздец, он еще и хвостом себе помогает. Здесь все сделано для того, чтобы его, типа, было невозможно обойти, но обойти его все равно можно. Как гандон. Ну и что тут есть? Это что за нахуй? Укроп ожил! Укроп ожил! Сотка душ. Сад темных корней. О, еще один. Ни хрена они незаметные. Да давай ты нахуй. Чё-то я помню, что здесь какая-то борода. Куда-то тут можно упасть или спуститься. Что-то там есть. Я на спидране видел, как чувак сюда ходил, но не помню зачем. Озеро темных корней, ну это вообще огонь. Опа. Отлично, блядь. Классно. Классный кувырок, он был просто необходим. О. Кожаный доспех, кожаные перчи, сапоги, большой лук, длинные стрелы. Хы, какой-то лучник тут. Да ёпты, что ты делаешь? Сука, какой-то Иван-Царевич тут загнулся. Интересно, я смогу надеть кабаний шлем? Да, смотрите, какой легкий сет. А ну хули, и брони-то не дает. Трико какое-то, сука, надел. Нет, перегруз. Да ладно, чё? Или это нормально все? Так и должно быть, что ли? Вот как должно быть. Значит, перегруз.
Ну это херово, что могу сказать. Какой тут самый легкий шлем, вот этот? Перегруз. Говно, блядь. В принципе, нормально пойдет. Можно даже, наверное, вот этот нахлобучить. Да. Да похеру. Так, куда тут ниже-то? А я там не сдохну ли часом, а? Там что-то высота такая-то вообще не детская. Да не, нормально. Так. Ну это вверх дорога. А это куда? Ах ты ёбаный ты нахуй! Я решил на него упасть сверху. Ну-ка, давай-ка. Он тоже, блядь, владеет этой техникой. Саруман ёбаный, ты посмотри, что делает. Получи, блядь, леща, сука, папкиного. Сука, я его сейчас порву же. Если он меня не зажмет, тварь. Это ёб твою мать. Латник этот, блядь. Где бэкстаб? Праведный. Я помню, что я очень тяжело убивал этих рыцарей, блядь. Вот он бэкстаб. Сука, отведай по заднице, а. Давай, лежачих бьют. Нет. Чё-то я его это... Чё за обломок синего титанита? Алебарда, где, тварь? Нахуй мне твой обломок синего титанита. Вот пидорас. Травяной щит. Вот травяной щит это тема. Где он? У него там какая-то херня есть. Или в этой части... А, старый металлический что? Средний металлический щит с красивой резьбой. Старый металлический щит неизвестного происхождения, изображение травы, излучает слабую магию, скорее всего, становится стойкости. Широко отправляем обычный щит. Ну, конечно, вот этот тогда. А, ну все нормально, я разжился. С алебардой черного рыцаря, конечно, вышел облом, потому что это самое мощное оружие в игре, как я слышал. Ну, блядь, и хуй с ним. Ну, не выпало, что поделать. Наверное, у меня человечество. Вообще, надо было, наверное, его... Оно как там хитро добывается, надо парировать что-то его, да? Я ебал его парировать. Так-то чудо, что я его убил, а еще парировать, блядь. Какой нахуй парировать? Не знаю никакого парирования. Короче, я в какую-то жопу пришел, тут ничего нету. А, во. Но мне, по-моему, тут точно делать сейчас нехер. Особенно там, внизу. Там, по-моему, помойка какая-то. Блять, как главное. Чё у меня у главного героя с ногами? Они что, сломаны? Берите надпись. Смотрите, за ступнями следите, когда он бежит. Смотрите. Они вправо обе изогнуты. Наверное, не стоило прыгать с высоты, да? Ладно, короче, походу, дальше в следующей серии пойду. Что-то я забрел куда-то, где мне вообще не место, походу. Так, сейчас у костра присяду, ёптель. Надо подумать, куда дальше идти. Хотя какая тут в жопу разница, наверное. И так и сяк, наверное, можно. Ну ладно, пишите, жмите.